Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Представляю вам новую модель 2020 года, хотя у нас 2021 год начался. Это Digma FreeDrive 615 GPS SpeedCam. Чем же она хороша? Во-первых, угол у нее уже 170 градусов, захватывает все 5 полос. Также есть GPS-приемник, который вам будет поговорить о камерах слежения скоростей и камерах, бьющих спину. Вот, будет подсказывать. Дальность подсказок, то есть определение этих камер, 500 метров. Можно установить ближе, там, ну, максимально 500 метров. Это, конечно, не очень много, конечно, но примерно за 500 метров вы можете снизить скорость, тем самым обезопасить себя. Снимает он хорошо, звук записывает очень громко. Есть видеокамеры, то есть есть видеорегистраторы, у которых звук или тихий, или совсем вообще не записывает. Вот до этого у него была модель тоже такая, тоже Digma FreeDrive 610 GPS SpeedCam. Там совершенно вот микрофон вообще не записывал, хотя в настройках он там есть. Я уже тестировал с помощью повербанка, вот, на улице ходил записывать, отлично снимает видео и также звук записывает. Так, посмотрим, что он есть, значит, у него, значит, 2-мегапиксельная камера, вот же сенсор есть, 64 карточка может использоваться, батарейка вот на 300 мАч, угол 170 градусов. Вот, и еще экран небольшой, 2 дюйма. Так, с этой стороны, сейчас я это самое возьму получше. Так, здесь у нас что? Ну, здесь нет ничего, так, характеристик никаких. Вот сам, вот здесь вот характеристики. Значит, снимает в формате MOV, процессоры GP5168, сенсор, вот, что-то написано, Galactic Core 2MP, ну, это вот какая-то новая модель. Так, снимает Full HD 30 кадров в секунду, HD 30 кадров в секунду. Вот, может снимать как фотоаппарат, фотографировать, как работать как обычный фотоаппарат. Вот. Так, посмотрим, как она. Вот коробочка такая. Я уже, конечно, его уже открывал. Вот. Так. Комплектация какая. Длинный провод вот такой дается. Кривой такой. Вот. Присоска такая, вот она. Не с рычажком, а просто поворачиваешь и все. Дополнительный провод, соединение с компьютером. Это самая как бы инструкция и гарантийный талон там где-то был. Где-то он там был. Так. Вот сам. Он маленький такой. 4×4 сантиметра, сам этот самый видеорегистратор. С этой стороны кнопка включения, кнопка меню, карты памяти до 64 гигабайта. Снизу вот микрофон находится такой очень, не микрофон, а на наушник. Так, микрофон у нас вот с этой стороны помечен, видите, микрофон. Здесь дополнительный кабель для соединения с телевизором, а здесь USB для подключения питания. Здесь вот у него для крепления с присоской. Вот так он крепится. Вот так вот. На присосочке. Но у него батарейка 30 мАч, попробуем включить. Нет, без повербанка не включается. Вот, но я здесь повербанк еще не подготовился. Ну ладно, в следующий раз
Возьму повербанк. Блин, здесь надо повербанк искать. Вот сейчас попробую найти повербанк. Блин, скажите, время тратить. Так, я нашел повербанк. Сейчас попробую подключить его. Повербанк. Так, попробуем включить. Так, здесь. Так, вот так. Опа. Вот Digma. Видите, написано ошибка. Вставьте, отформатируйте карточку. Так, нажимаем меню. Вот такое простое меню. На две иконки разрешения здесь у него. Значит. Вот, 1920 на 1080. Вот если переключить на HD 720. Если переключаем, кнопку ОК нажимаем. Ну. Так, цикличные записи. У него 5 минут. 1, 3, 5 минут. 5 минут оставляем. Экспозицию нам не надо. G-сенсор выключен. Запись звука включена. Штамп даты. Вот, включена. То же самое. Нажимаем кнопку меню, он переключает на другую иконку. Вот, режим парковки есть. То есть, когда вы уходите, если подсоединить этот видеорегистратор к повербанку, то он будет автоматически включаться. То есть, если кто-то посторонний подойдет, пошатает ваш автомобиль, он сразу включается и записывает в отдельную папку. Вот, здесь вот есть режим парковки. Вот, дата, время. Вот, восстанавливается здесь все это дело. Так, автовыключение. Вот, 3 минуты. Вот, выключение экрана. Ну, совсем выключено. Там 5 минут. Звуковой сигнал. Язык. Русский. Частота. 50 Гц, единица скорости, то есть километров в час. Вот штамп GPS, то есть он будет еще помимо предупреждения на видеоролик накладывать, помечать это самое, забыл как это. Короче, будет метить, где вы были, на каком километре. Так, часовой пояс, расстояние оповещения. Вот, расстояние оповещения 500 метров. Госномер может сюда забить. Вот. Ну, он, в принципе, снимать неплохо. Вот, видите, все видно. Вот, видите, выключился. Вот такой видеорегистратор. Небольшой обзорчик. Вот. Цена такого видеорегистратора 4500 рублей. Вот, в принципе, не так дорого. Можете себе приобрести. В принципе, неплохой видеорегистратор. С, видите, GPS, информатор, и будет определять спидкам, то есть определение этих камер слежения. Спасибо за просмотр. С вами канал А все для огорода. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Сейчас еще и покажу. Еще есть серия таких видеорегистраторов от компании Digma.
Вот, спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И подписывайтесь на мой канал. С вами канал «Все для огорода».